так, ну чё, куда? А, слушай, я не знаю, ну давай куда-нибудь туда, на остров отдельный. Посмотрим, что там. Тут же, видишь, у нас карта не изученная совершенно. Да. Надо показать народу, что тут вообще происходит и зачем мы тут существуем. Конечно, народ уже давно все увидел. Это да. Прям 1,5 километра. Далеко лететь, но ладно. Слоем катер. Смотри, маяк какой-то справа светится. На 340. Я на солнышке лечу. Ту-ту-ду-ту-ту-ту-ду. Не долечу. Не долечу. Давай, может, ни хрена. А, хотя нет, слушай, на дельтаплане нормально. Зацени мой дельтаплан новый. Видал, какой у меня зонт модный? Пеппа длинный чулок. Ну, нет, я бы сказал, он какой-то техногенный. Какой-то. А, нет, что-то есть. Да, нет, есть что-то, да, но действительно не очень богато. Да приземляйся, ты тупая тварь. Ура. Так, кнопка Е, это подбирать. Ох, ё, вижу какого-то ублюдка. Ты кто такой? У него вообще оружие. Меня убил, я не знаю, то ли NPC, то ли а кто. А уже убили, что ли? Чё, офигел? Да, меня убил, я не знаю, мне так решили, что это NPC какой-то. Насмерть? То, что он меня... Нет, он меня не добивает, кстати. Да есть. Я наверху, вот ползу в твою сторону, вглубь острова. Он там, чувак, с тобой? Вроде бы нет. Но у меня времени мало, так что давай ускоряйся. Повальнуть чувака. Чего? Иди сюда, ты стреляешь, что ли? Иди сюда, спасай меня, у меня уже осталось КП мало очень. Ну давай попробуем, но... Сейчас ты уже не успеешь, давай попробуем, блин. Надо было на минуту раньше. На... Слушай, я... Это опять, мне кажется, знаешь что? Он, кстати, меня, знаешь что, напомнил? Вчерашнего чувака, который меня убил. Нас, вернее. Так, давай, ты почти успеваешь. Еще немножко осталось. Давай, давай! Не отпускай ни в коем случае. У меня 2 хп осталось. Я могу нести, ты знаешь об этом? Знаю. Но сначала подними меня. Поднял тебя. Так, где чуваки? Слушай, это чувак был, я говорю, это был не геймер. Это был как вчерашний, вот какой-то крутой, потому что я его киркой немножко порубил. Но он меня расстрелял из чего-то вообще непонятного и крутого, автоматического. Чё с зоной? Далеко от зоны. Ну так. О, какие краски. О, лук. Вот это другое дело. Рядом, смотри-ка. Или как? В смысле? Какой зона очень рядом? Зона далеко. Я имею в виду буря. Так, ну и какой-то автобус. Нет, нет, просто ее видно. Слушай, это какой-то автобус для воскрешения. Больно. О, бинты. Слава яйцам. Давай ищи на пушке. Ты можешь с собой теперь 5 пушек таскать. Будь любезен, притащи чуть по... Да, это я сравнил с пупком. Пупки может тащить только 2. А теперь ты можешь таскать 5 пушек, так что давай-ка, притащи что-нибудь полезного мне. В конце концов, я завалил 5 человек. В другой игре, но это деталь. Иди сюда. Иди сюда, держи тут. Ага, о, смотри, бейте по синим точкам, каким... О, спасибо. По каким-то синим точкам можно бить, чтобы получать больше ресурсов. Так, я предлагаю валить в зону. Блин, ну мы вообще это... нищеброды. Это из-за того, что ты сдох. Вот из-за чего это. Возможно. Ух ты, я какой-то супер сейф обыскиваю. Пойдем, пойдем. Сейчас, подожди, подожди. Мне интересно, что это такое вообще. Мы, кстати, еще одного чувака возьмем. Где-то тут рядом тут есть еще. Самодельный дробовик. О, самодельный дробовик, я себя... Ух ты, это что это такое? Фиолетовая граната? Я заинтригован. Все, бегу. Надеюсь, сможем подняться.
Слушай, и... А, нет, там хреново. Слушай, а там же хреново с подъем-то. Я, пожалуй, смена маршрута легкая. Блин, а как выходить-то отсюда, черт? Если видишь меня, иди ко мне. Здесь пройду. Но там не пройти, Димон. Здесь как пупки нельзя забираться. Хрен знает куда и хрен знает как. Успокойся. Смог? А, молодец. Грибочек какой-то взял. Защитный. Слушай, да, гриб я видел. С ним что-то можно делать, но я не понял, что он дает. То ли какой-то адреналин, то ли еще что. О, меня левелапнули. Не знаю за что. А, я открыл район с заданием, слушай. Ты в курсе, что тут за воды можно стрелять? Нет, не в курсе. Ну, хотя это было бы прям из-под воды. Так, а, мы к одному берегу почти пристаем. Только на разной территории. Так, ну что, у меня, в принципе, оружие есть более-менее, только хп маловато. И нет брони. Тачку бы найти. Слушай, мне кажется, мы с трудом, но дойдем. 400 метров. Хотя хз. Может и не дойдем. О, вижу какого-то чувачка справа. Может бахнуть его? Ой, кто-то впереди стреляется. О, ты меня нашел, что ли? Клево. О, смотри, прям впереди шмаляют. Так, контрол у тебя нет, да? Буду иметь в виду. Псина кусается, будь осторожен. Домики. Ой, слушай, там какой-то раненый чувак бегает, ползает вернее. О, привет. Так, подожди секундочку, привет, дружище, спасибо за аптечку. Я нашел револьвер какой-то, зеленый. Необычно. Так, сейчас погоди, говношмотки, кирпичи. Ну вот, у меня хотя бы есть аптечка уже. Это радует меня очень. Интересный револьверчик. Зеленые, слушай, ну, без, помни, зеленые. Белое говно, зеленое лучше, синий еще. Подожди, ты ж меня вроде обгонял, или нет? Я там встал, ладно, видимо, я. Я нашел тачку и какой-то... Форд. Слушай, а почему мы здесь никогда не оказываемся в зоне, а? Ты обратил внимание? Пока мы играем. Так, ты где есть? Да, вон-то где. А может это и не тачка? О, я нашел еще... У меня 4 каких-то супер-пупер гранаты. Ого, ты это видел? Нет, а чё? И что? А, ну, смотри, логично, кстати, смотри, резиновые шины, почему бы и нет. Походу, только так, потом подачки. Разнес. Возможно. Звуки. Ну что, пошли дальше в зону, нам еще идти, хрен... Модельный... Ну, что осталось-то? Слушай, я не стал брать. У меня он есть. Так, а я, знаешь, еще аптечку пожамкаю, а то что-то я, блин, 60 хп. Мало ли кто на меня нападет. Какой-нибудь гнусный пидор. В смысле, гнусный натурал, извиняюсь. Ты что, ты имеешь против пидоров? Нет, только против натуралов, конечно. Что, а бинтами нельзя отличиться до полного хп? До полного нет. Как в пупке. Так. Тут еще где-то снайперки бывают. Нет, я так. Читал в загрузке. Но я еще ни разу не находил никакую снайперку. Слушай, походу... А, слушай, грибы, если сожрать, они чуть-чуть, они чуть-чуть брони восстанавливают. 5 единиц. Вот пожрали грибов, на нас уже нападают. Пошли дальше в зону. Кто нападает? Слева, ты не видишь, по нам стреляют? А что, ты не хочешь отстреляться?
Нет, не хочу, ну и в зад. У нас зона идет. Я нас потом спину убью. Рыдающая роща. Так, это кто-то спереди, блин. Отовсюду кто-то шмаляет. Ладно, нас ни для кого нету. Так-то да, воевать в 6 зон. Сзади никто не бежит. Блин, кто-то прям слева на холме, такое ощущение. Ну и комочек, да. Ой, смотри. На 178. А, блин, показалось. Мне кажется, там какая-то огромная горилла была. Слева давай смотреть там. Слушай, давай еще выше заберемся. Ну или как-то сам накипся, я не знаю. Садит. Готов. По-моему, я украл твой фраг. Ты прости. Охренел, что ли? Еще есть. На 348. Я его... Я понял. Так. Нифига себе. Домой, да? Ты тоже не ему. Вот это граната была. Нехило я его бомбанул. Ну, к нам подлетел. Это я его гранатой бомбанул. В том-то и дело, это из-за моей грены, Димон. Не обольщайся. Нет, я не обольщаюсь, я знаю точно. О, чувак, вон, смотри, что строит. Видишь его? Вижу. Это мой фраг. Это твой фраг. Кто-то снизу. Кто стреляет? Снизу. Да. Смотри, как он быстро построился. Слушай, там двое. Одного ранил, но у меня нет другого оружия. Так, слушай, мне надо отдохнуть немного. Постреляй второго. Патроны кончились. У меня есть револьвер. У меня, кстати... Давай, потому что у меня только серп. Черт, все кончилось, слушай. О, слушай, я взял. Дробовик только есть. Блин. Я могу к нему поближе подойти, если ты его... Сейчас, погоди. Делать с ним, потому что у меня патронов нет. У меня кончились патроны. Все, меня достал, я иду его убивать. А, нет, не иду, я его убивать. Готов. Извини, опять я убил. Я сейчас выйду из игры нахрен. Ты чё, офигел что ли? Ну я помогаю тебе, Димон. А, спасибо. Какие-то запчасти. Зона, кстати, пришла. Да, это, кстати, она вообще-то, я бы сказал, она идёт. И я не... О, слушай, зато я патронов взял. Сколько ты фрагов у меня украл? Я даже не знаю, сколько у меня вообще фрагов, я не знаю, где это смотреть. Честно тебе скажу. Да, я тут тоже ничего не вижу. Что у тебя с патроном? У меня вообще голяк. У меня только... О, зелец. Автомат есть. Выживший, я не понимаю. Выживший. О, сундучок. Слушай, может, когда мы будем строить себе суперфорт, в котором мы будем как запас у бога? Банка со светлячками? Они типа чё, кровожадные, что ли? Закончился стрел, закончил, всё закончилось. Так ты вот возьми, вон, самодельный пистолет пулями... А, у тебя нет патронов у него. Слушай, давай убьём свинью. Так, контакт. Так. С холма на 100, на 90. Давай-ка от них скроемся вот тут. Я построил
укрытие, смотри. Укрытие надо строить, я так думаю. О, мы не в зоне, побежали. Давай справа обежим их. Укроемся от них. Слушай, я не уверен, по-моему, осталось 5 человек всего. Ребят, только дробовик обычно. Где ты видишь 5 человек осталось? Я вообще ничего не вижу. Под мини-картой, вижу, по-моему. Да, да, цифра 5, я думаю, это... То есть мы двое, наверное? Да, да. Слушай, ну... Идешь или как? Я с тобой следую. Да, вижу тебя. Так. Так, пожалуй, я возьму себе дальнобойный лук. Слушай, давай укрепление здесь построим, мы в зоне же, Димон, это же охрененно. Ну а тут лечь нельзя. Погоди. Напомни, чем строить. Ну смотри, стены это Z. Есть. Только смотри, они, наверное, не очень крепкие, надо... А, табом можно выбрать эти материалы. Только ты целиком не застраиваешь, чтобы мы могли отстреливаться, если что. Секунд. У меня теперь два лука есть. Зачем два? Выкинь один. Он место же занимает, ты чё? Ой, хватит меня лечить. У меня иначе оружия никакого другого нет. Блин, ну, тоже верно. Так, редактировать лучше-то. Так, слушай, по-моему, на 65 бегут. Там какие-то огоньки. У меня дробовик, я ничего не смогу сделать с ними. У меня штурмовая, но она мне не сильно поможет. Вот лук. Ну, лук тоже такой себе. Блин, как построить какое-нибудь супер крутое оружие, а? Оружие построить? Да, здесь можно делать самому оружие. Вот, создание предметов. Нашло время. Ну, хочется хотя бы с этим разобраться, только я сейчас что-то ничего толком не могу есть построить. Есть ящик, смотри. Боеприпасы, а что тут боеприпасы? Слушай, а что-то как-то темно, тебе не кажется? У меня есть патроны. Слушай, мы, кстати, на границе зоны. Штяк, штяк, точка. О, так, мы в зоне. Ну, вернее, мы теперь не в зоне. Слушай, смотри, остался один чувак, походу, Димон. Если двое, это мы. Так, два. Мы взяли топ-1, даже не напрягаясь. Вот так вот, мальчики и девочки. Ты упинал, так это и делается. Или сколько там? Слушай, я не знаю, сколько у меня вообще фраг. Давай хоть посмотрю. Какие-то у меня дуэлиард опыта. Да, у меня тоже. А это потому что сейчас идет боевой сезон, типа опыт умножается с бонусом.